Добрый день! Меня зовут Андрей Нарубин, кайт-школа «Кайт на ура». В этом видео я хотел рассказать о природе Ясенской переправы. Лето приходит на Ясень немного раньше, чем в Москве. Уже в мае на переправе очень тепло и светит яркое солнце. Это заметно по цветущей природе станицы, где на каждом углу пасутся домашние животные, которых можно побаловать лакомством. Вовсю щебечут птицы, летают бабочки. Приветливая ясенька пышет природа, а свежий солетный воздух заставляет улыбаться еще шире, ведь мы находимся на море. Это место любому городскому жителю придется по нраву. Природа просто необыкновенная. Пища деревенская натуральная. Неглубокий лиман – отличное место для обучения серфингу и вичку. Ежегодно в мае мы собираем большую компанию на переправу, где практически всегда есть ветер, уже тепло, где каждый может найти себе занятие по душе. В мае вам потребуется гидрокостюм 5-3 и высокие гидротапки, чтобы не порезать ноги, обучаясь кайтсерфингу в море. Приглашаем всех встречать лето с нами. Кайт-школа «Кайт на ура» Андрей Нарубин. Всем спасибо!